Что такое? Кто? А кому он забил? А дорого билеты стоят? На какой матч?
Квинти в сети. Идиот, блядь. Я вообще так обосру, сука. Молодец, Артур. Забыла еще. Заходи, матч, походу, сейчас. Ты написал уж совет Илю? Пацаны, я после игры просто сразу спать пойду. Я сегодня не ожидал, что будет официалка вообще. Хотел пораньше, вообще в 9 хотел спать лечь. Но когда узнал, что официалка, надо играть. Забросик. Жестко. Нет, вон правого пола нет. Центрального. Я не знаю, какого. И два бота. Конечно. Два зрителя. Самое главное, где они нашли этих топовых защитников? Мне просто кайф.
Это как престиж начал собираться, это как калаш, и ё-моё, слева я, вот так же, такие же провалы были. В центр Сыся. И Артур там загребает следы. Давайте хотя бы доходить до штрафного момента, перехват и отбор. Да я не из-за рейтинга, это разрушений побольше. Среднего рейтинга. Артур первый хороший. У меня там 8-1. Я с АУТВ просрался там 7-8. Пенальти. Дадите пробить, если что. Пацаны, рейтинг нужен. Кровь из носа. Вот сюда бейте, вот сюда. Вот сюда бейте. Хороший защитник. Дайте мне забить головой, пожалуйста, пацаны. Эта команда не умеет играть головой. Вешай. Слабо. Дай, давай Жене это, Личеру. Он хорошо подает. Сори, Артур подсунул. Или Илюх. О! Дайте мне рейтинг больше, пацаны. И Коле тоже рейтинг нужен, пацаны, ему... Да что? Я что, Лёха, это шутки. Меня 7-1 рейтинг. Так, аккуратно перешли на левый. Пользуйтесь тем, что нет крайнего защиты правого. От нас левого. Давай, хорош, Андрей. Вынеси, Артур, лучше. Хотела. Есть, есть. О, атака. Ну, блин. Да я уж подумал, хотя бы дальше центры пройдут. Видали? Это через Б. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Да. Пол, тут нечего обсуждать, а что начать? Полегче с желтыми. Не надо удалений. И это с желтыми
Кого-кого? Хороший Артур. Я не видел Артур. Атака! Ну блин, я думал, хотя перехват. Полуатака, да? Мне нравится отлагающий ЦСшник. Хороший Артур. Ударь. Артур, что-то мы махнулись, давай обратно. Сори, Коль. Чуть пораньше. А вратаря тоже. Что это такое, пацаны? Это Empire, пацаны, какой-то. Ещё хуже. Ну, не от совета. Кольт, ты не поддержишь в этом матче. О! И рейтинг повысили, да? Первый матч, первый гол. Драем щенков. Суарес. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. А само. Напрашивается навес. Отобрали мяч соперника. Теперь можно начинать свою атаку. 7,6. О, лучший. Терпеливо ждут они своего. Это кипер новый, да? Мяч потерян, отличный перехват. Защита справляется. Мячик. Сколько, Коль? Хрю. О, атака. Да блин, я думал, за меня пойдет. Дайте хоть раз поворотом ударить в створ. О, атака. Вот это
створ. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Ну, немного он все-таки был в положении в игре, согласен. Как назад отдать? Шучу. Пока неплохо. Ох, ребят. Слишком поторопился игрок, залез по старту. Отличная была возможность для результативной атаки, но арбитр поднял флажок и зафиксировал положение вне игры. Росс. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Игра остановлена, все нарушение, и тут ситуация вполне на предупреждение. Постой. 11. Эй, сука. Можно сюда? А, Женя. Женя. Давай, Женя. Фирменную. Хорош. Артур забрал. Отбор. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Основное время истекает через 20 минут. У меня 0 отборов, Коль, и 0 перехватов. Когда такое было в последний раз? Не знаю. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Потерял он мяч, но кому он достанется? Восемь и ноль. Блесьма. Передача за кипером медленно развивается атака. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Неужели ни одного отбора не будет, Коль? Давай на фланг, давай, давай. Здесь защита справляется, мяч отобран. Насри. Не, ну вот другой сразу у меня сухарь будет, значит, хорошо. Все в рамках правил. Я тоже. Вижу, Илюх. Такие передачи придают атакам остроты. Хорошее владение мячом. 8-0 вообще не подойдет. Забейте хотя бы еще. Мяч отобран чисто, но... Я был в Минске, там в метро говорят, двери защемляются. Мне так понравилось это слово. Защемляются? А, зачиняются. Да, чуток. Хорошо разобрался в ситуации. Защитник и перехватил эту передачу. Я на... Мне надо было на улицу Мирная как-то. Осталось совсем мало времени, так что можно уже и... их с уверенной победой.
Мы заблудились в метро. Это может быть опасная атака. Родимый, сука. Родимый. Дайте мне забить. Дайте мне пост. Дай пост. Да вы чё? Артур, это моя. Моя прелесть, мне нужен рейтинг. Пас в разрез очень точно. Дайте пас. Ударите в рот. Ничем не сумел. Сорян. Я сфоткаю. Да вообще пипец. Там до 7,6, 7,7 кольше попасть. Да. Плюс. Да, я тоже пойду. Илюх, я не сфоткал, забыл, точнее, я сфоткать забыл сведения. Все, спокойной ночи. Коль, посмотри это. Как она называется? Миллеры. Во. Коль, миллеры посмотри. Все, я пошел, пацаны.